Российская компания КАМАЗ, известная своими грузовыми автомобилями, представила электрический автобус. Модель получила название КАМАЗ-6282. Емкость аккумулятора обеспечивает запас хода в 70 км, при этом полная зарядка батареи осуществляется менее чем за полчаса. Для частичной подзарядки потребуется от 6 до 12 минут. Как заявляет производитель, срок службы батареи рассчитан на 10 лет. Эксплуатация транспортного средства возможна при температуре от плюс 40 до минус 45 градусов, что идеально подходит для использования практически во всех регионах России. В движение автобус приводится асинхронным двигателем с жидкостным охлаждением. Его постоянная мощность 120 кВт, при этом максимальная мощность в течение короткого промежутка времени на каждом колесе может достигать 240 кВт. В электробусе имеется климатическая система, размещенная в заднем отсеке, которая отвечает за повышение комфорта во время поездки. Двухзонный климат-контроль работает отдельно для водителя и для пассажиров в салоне. Предусмотрен отопитель, функционирующий на дизельном топливе. До нулевой температурной отметки салон подогревается за счет электричества, что не противоречит разработкам в других странах с холодным климатом. К примеру, в Канаде и Швеции полностью электрический обогрев экологически чистого общественного транспорта также отсутствует. Технические характеристики модели позволяют применять ее на маршрутах протяженностью до 30 км. Во время перерыва, который полагается водителю по регламенту, электробус ставится на зарядку, занимающую 24 минуты, если воспользоваться мощной станцией. Возможен более медленный вариант в течение 6 часов. Салон электробуса КАМАЗ-6282 рассчитан на одновременное размещение 85 пассажиров. Количество сидячих мест равняется 33. Сконструировано транспортное средство с учетом интересов маломобильных граждан. Низкий уровень пола и пандуса дает возможность самостоятельно попасть в салон людям на инвалидных колясках. Оборудуется новинка USB-разъемами для пассажиров, с помощью которых можно во время поездки подзарядить гаджеты и спутниковой навигационной системой. Цена электробуса КАМАЗ-6282 составляет 33 миллиона рублей. Следующая остановка – Алтуфьевское шоссе, дом 95. Уважаемые пассажиры, наземный транспорт Москвы работает быстро. Вот ваш билет. Для оплаты проезда, пожалуйста, приложите свой билет, безлимитную или социальную карту.